1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Используя тактику Блицкрига, они быстро продвигаются вперед, неуклонно прорывая советские линии обороны, и подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев, которым предстояло сдерживать регулярные и отлично обученные немецкие силы в смертоносных холодах ужасной русской зимы. Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Оружие на столе, товарищ? Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку! К огневому рубежу! Готовы? Стреляйте по посуде! Представьте, что это враг! Советую целиться, козлов! Неплохо! Очень хорошо! Неплохо! Козлов, хватит! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Так, отлично! Теперь иди сюда и ударь по мишени приклад. Хватит, товарищи! Подойдите сюда и возьмите гранаты. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват. Теперь бросайте картошку в мишени. Неплохо. Хороший бросок. Неплохо. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленные. Вот. Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen. Товарищ комиссар, он говорит, что противник движется мимо нашей линии обороны, на юго-восток, при поддержке полевой артиллерии. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны. Это не шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Вражеская пехота! Я предвигу! С вас! Они не нужны! Отражение!
за ним! Товарищи, у противника нет самоходных минометов. Возьмите автомат. Проверьте, заряжены они или нет. Хотим быть полным. Сюда! По лестнице! Козлов! Стой, не торопись! Брось дымовую гранату, чтобы нас было не видно! Пусти подниматься! Держитесь, товарищи! Еще чуть-чуть! Ну, пошли! За мной! Вперед! Вражеская пехота! В настоящем сражении. Идет! 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 Идет!
смертью посылать! Сюда! Ваш вождь Сталин ведет кровопролитную войну в своих личных интересах. Ah!
Может, предложим им сдаться? Сорвем их к чертовой матери! Взрывчатку сюда, скорее! Есть, товарищ лейтенант! Подрывники сюда, со взрывчаткой! Попади на бит! Заслуг! Возьми у них взрывчатку и приступай! Установи заряды на несущих опорах быстро! Заряды установлены! Всем отойти на безопасное расстояние! Сейчас рванем! Все живые здания! Бегом! Скорее! Живее! Живее! Быстрее! Быстрее! Товарищ!